Богу вопросы эти не задаются. В Библии нет? Нет. Авраам выше других был? Нет. У меня стихотворение. Володя, ты не можешь найти его? У тебя общее, если есть, то заряди. Когда ты высчитал у грека, слово грека, и оно выскочит, это стихотворение. Про Златоуст. Сказал, что как Авраама избрал. Какие слова ему люди говорили. У тебя общий есть? Одним. Одним стихом. Потом одним файлом мои стихи. Потом вышлет нам отдельно. А? Потом нам отдельно вышлет. Я отдельно. Да. Именно на этот вопрос я отвечаю. Как он пошел, люди смотрели на него. Куда пошел? О, они удивлялись. Они с кладбища отцов, такие травы. А он пошел, другого Бога избрал. И теперь мы знаем, он-то был пророк, отец для всех нас. Так. Почему неполное погружение при крещении вы считаете недействительным? Я не считаю, а считает это Святая Православная Церковь. Правило апостольское 50-е. И слово погружение, слово крещение, везде в оригинале стоит погружение, местом таупен, баптизм. Погружение, а тут погружения никакого нет. Для крещения нужно три условия. Первое. Человек должен уверовать, что он погибший грешник, и спасение только во Христе. Он кровью свою омыл. Принять его спасителем, лично уверовать. Он умер за меня и кровь свою пролил. Страдания на кресте, меня он искупил. Зато он говорит, усвой эту жертву, притяни ее к себе. Второе. Крещение должно быть полное. Когда Петра спросили, что нам делать, чтобы спастись, и Деяния 2.38 он отвечает, об этом 22 глава 16 стих Деяния говорит, «Встань, крестись и омой грехи твои». И здесь покайтесь, и докрестится из вас, из каждого из вас во имя Иисуса Христа, получит дар Святого Духа. Надо уверовать, второе, полное троекратное погружение церковь установила, и это должно быть бесплатно, иначе симония. Вот эти три условия все нарушаются. И поэтому крещения не было. Об этом говорит 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. Это не мои слова. 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. Если ты не уверен, что был погружен, и свидетелей нет, хотя бы двоих, немало не сомневаюсь, найди, где погружают. Мы долго искали в Алтайском крае, ездили, тут приезжали у нас. Теперь там нашелся священник, который служит патриархии, и который таких крестит, добавляя «аще не крещен». Все. Добро должно быть с кулаками. Если напали на деревню и крадут, например, твоих детей, можно дать отпор? Можно. Например, вот святой Иоанн Златоуст, освети руку у свою удару. Можно, только не убивать. Считаю, что можно стрелять даже там по ногам или как, в крайнем случае, если убегает с ребенком твоим, но не убивать. А потом тоже перевязать, отвезти в больницу, остановить. Поэтому не убей остается в силе, а остальное перед Богом. Но все-таки, а рекомендуете стрелять? Не рекомендую. Я говорю, если такое случится, то ему это не ставить вину. Церковь – это любящая мать. И она об этом говорит не в одном каноне только. Не в одном. Если бы во времена земной жизни Христа был интернет, он бы его использовал для проповеди? Несомненно. Он сказал так, Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стих. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Миллиарды дизлайков ему там. В миллиарды стать тысячелетий. И что делать? Веровать. И говорит, поднимись с крыши, возвести, возвысь голос твой. А голос через новую технику распространяется. Вот у меня на одном только канале 21 500 роликов, 55 миллионов с лишним просмотров. Это половина Российской Федерации, если по одному взять. Где бы я достиг этого? Никогда. Притом я ежедневно в интернете нахожусь 14-16 часов. Каждый день. Вместе с выходными. Только за время издания книг, 9 лет, у меня получилось, посидел за компьютером, больше 30 тысяч часов. Я все записываю. А теперь где-то приближается, видимо, к 100 тысячам. И благодаря морковке, я отрубелку видели, ну, короче, у меня глаза еще видят. Поэтому интернет изобрел Тим Бернерс-Ли, и мы за него каждый день молимся, Тимофей. И второй Тим, это составивший библейский поисковик, Тимофей Ха, вьетнамец, он в МГУ учился.
И Мартин Купер, изобретший мобильный телефон, мы за него молимся. Каждый день молимся о них. И о Билли Гейтсе молимся, чтобы Бог смирил его и показал могущественную десницу сатанистам, которые посягают на творение Божие, там уничтожить их. Но им это не удастся себе реально. По силы 2,5 уничтожить, не больше. Если завтра, например, ну, условно, будет второе пришествие, будет ли РПЦ похоже на фарисеев и книжников? Оно всегда похоже. Мы православные фарисеи, а сектанты садукеи. У нас все на правила, и правила не церковные. На спасение не влияющие. Вот это, что в церкви идет торговля. Ну, можешь же убрать ее. Вот у нас, если зайдете, показывал, у нас нету, с тарелкой не ходит, десятина все покрывает. Вот определенно, Христос придет, не надо ждать его. Я говорил, они не понимают. У меня была веревка, по которой лазит, ну, спортивная эта, толстая, прям чуть не в руку. Я нарезал куски вот такие, всем торгашам завернул и подарил вертепный понедельник. Страстная седмица, понедельник Христос изгнал. Ну, они, конечно, с этими веревками, всех настоятелей. Он, Игнатий, это вы сделали, да? Ой-ой, и ничего не сказал. Был один киоск, когда я стал вообще воевать, теперь три. Все. У меня есть там тема к истинному православию. Храм и торговля несовместимы. Я нашел правила апостольские, соборные и в церковной ограде не торговать. Все. У нас нет торговли. Это можно сделать. Почему вас часто сравнивают именно с баптистами? Меня? Ну, баптист означает креститель. Джон Баптист. И баптист у нас один только батюшка. Он крестит. А почему? Они любят Библию. Это мы должны признать. Они проповедуют. Они смелые. И в этом случае они говорят, а что ты с Библией носишься, как баптист, прямо указывая на Библию. А при том, кто Библию считает до конца, тот с ума сойдет. Это уже наша наработка русская. Там бей жидов, спасай Россию. А у Бога подобно. До меня отходит книга «Сия от уст твоих». А все это бей кого-то, это все от сатаны. И никого не бить, а принести живое слово Евангелия. Книга Божия дана. Вот она дана, ты ее считай. 1 Тимофея 4,16. Вникай в себя и в учение, занимайся всем постоянно. И вот так поступай, спасешь себя и слушающих тебя. А к Иоанну 5,39, он говорит, исследуйте Писание. Ибо через них, мы думаем, эти жизни, через них. 10.17 к Римлянам, он говорит так, вера от слышания, слышание от Слова Божия. А нам 1000 лет в России не давали Слово Божие. И уверования не было. Когда я начал это публиковать, мне казалось, люди узнают, они в щепки разнесут все это, что настроили. Не тут-то было. Людям нравится. Пришел, свечку поставил, она даже не из воска какого-то света зеленого. А Богу нечисто, это нечистому. Они ошиблись адресом. И далее. Вот такой агарок уже тушат, переплавлять будут. А написано все сожжение. То есть ложь, обман, сребролюбие. Сребролюбие в Царстве Божие не войдет. Кого вы можете назвать своим духовным учителем? Сейчас. Если бы раньше было определенный счет, апостол Павел. Апостол Павел. Это мой любимец. Иоанн Златоуст, которого я насчитал впервые за всю мировую историю. Насчитал и массово распространил 12 томов на пленках. Это 64 кастушки, каждая 8 часов 20 минут. При скорости 4,7 сантиметра. Я определенно могу сказать. 400 часов. Это 12 томов Дмитрия Ростовского жития. А сказать на земле, которой сейчас, ну, по знаниям, которых я знаю, тут меня не надо сравнивать ни с кем, я знаю меньше. Вот отец Геннадий Пуас, доктор богословия. У меня нет ни гуманитарного, ни религиозного образования. У меня нет. Я все самоуком достигал. Все, что у меня есть, сам. Я технарь, строительный техникум. И на земле, что вот вы мне пример. Этого у меня нет. Я везде вижу неполноту. Хороший брат у меня священник. Но он любит ходить по уголькам, как я говорю. Ждать, а может быть обойдется. А я сразу вмешиваюсь. Мне нравится выражение Бонапарта, Наполеона. Главное ввязаться в драку, а там видно будет. Вот почему? А это сходится с Иезекиилем 3.18. Если ты видел брата согрешающего, промолчал. Он погибнет, но его кровь я взыщу с твоей головы. Но если ты ему говорил, он погибнет, его кровь на его голове, а ты спас свою душу. Для меня это как эпиграф моей жизни. Я мимо никогда не прохожу.
Я писал патриарху, генеральным секретарям партии, в ООН везде обещал их. Так что меня было за что брать. Как мама моя сказала, что я сына благословила, наверное. По карте, честно. Вы множество раз заявляли, что монашество принесло самое большое зло христианскому миру, чем мусульмане, коммунисты и фашисты вместе взятые. Почему так? Это мое изречение. Потому что не было проповеди. Вера от слышания. Дальше и дети по всему миру, а не за стены мандру спрятаться, а там архимандрит мандру будет охранять где-то. За 6 столетий, в 632 году только Мухаммад умер. За 6 столетий не послали ни одного Кирилла и Мефодия. А налоги собирались этих, кто олегов. Вот почему. 2 миллиарда мусульман могли быть православными. Это очень отзывчиво, как Андрей Кураев сказал, талантливо религиозно. Выражение-то какое. Вот почему. Потому монашество устроено было на 10 дней Христом. Сидите и ждите обетованного Духа Божия. Православные просидели 2000 лет, все еще не получили его. Иначе они бы вышли. Теперь построим три кущи. Тебе одну, Моисею одну. Попытки построить монастырь были в день преображения. Христос отверг его. Монашество – это антихристианская выдумка. Когда обращенная толпа хлынула в церковь после Константина, после 313 года. Вот что. Поэтому я и говорю, фашисты не могли людей отвратить от Бога, а это под именем Бога. Все это обеты дать, оттуда выйти нельзя. Что не жениться, это не в этом дело, проповеди нету. Разговаривать нельзя там, нельзя дорога, нельзя в храме, нигде. Вообще нигде. У меня брат ездил туда, люди приехали с Афоном, где разговоры не допускаются никакие. А вот я с архиереем нашим был, ну, у него позвонил, я в митрополию пришел, и ролик называется «Миндальная повесть», кажется. Так, ну я говорю, сейчас 5 минут, потом говорю, владыка, ну вы там мне-то что-то скажите. Он говорит, золотые слова, что говорите, говорите, Игнатий, и не умолкайте. Вот и весь ответ. Поэтому он для меня так дорог. И считаю, что Божья милость, что у нас такой архиепископ. Это митрополит. А можете ли вы как-то назвать положительные какие-то вклады в монашество? Например, добротолюбие, там, в какую-то там, как сейчас ну, принято говорить, психологию веры, аскетика ума, ну, что-то вот в таком духе. Можно. Можно очень хорошее найти у буддистов. У мусульман очень хорошего много. А у монахов? А у монахов тоже есть хорошее. Где там проверяли их, вот они отберегаются от всего, они женаты, ну готовые. Миссионеры, никого не выпускают оттуда. Мне нравится у католиков, вот каждый священник, он должен, кажется, вот 2 недели просидеть в отдельной келье и молиться, задуматься, а потом идти в мир, проповедовать Евангелие. Что интересно, когда Златоуста арестовали и везли его уже в ссылку, ну, там, где ему назначено было быть, то дорогой встречались, видимо, монастыри монашеские. И он отсылал их, как я понял, на проповедь. И не куда-то в Галатию, чтобы снабдили всем необходимым. Вот и все. Нам нужна какая-то встряска. Вот когда священники на меня что-то дуют, я думаю, вы бы разговаривали по-другому, если бы на нас надели с тобой ватные брюки и отправили на лесоповал в ГУЛАГ. Вы бы там тихо себя вели, а я бы вам говорил. И вы бы тогда не надели, что меня там какой-то Георгиев Максим или что-то, или Александр Леонидович Дворкин где-то там подковырку сделает. Нет. Или там Новопашин говорит, Новосибирска. В общем-то, люди-то хорошие. Но надо заниматься проповедью, а не подсматривать друг за другом. Задвинули Головина, теперь и сына его Анастасия, тот вообще нигде не появлялся, ну, сняли сам. И потом это снимают сам. Один за другим, да как же так? Тому Каскуну Максиму запретили год выходить там в эфир, а он говорит, никак не согласен. Но когда я разбираю до конца вот этот вопрос, я вижу, где правы архиереи, и тех, кого отлучали, они пошли тем путем. Они не ценили свое звание священника. Можно было выправить. Вот мы за русский язык. Нам архиерей сказал, 3 года, чтобы не поминали. И мы на 3 года замерли намертво. На 23 марта 3 года кончилось, и мы сразу начали читать по-русски Библию в храме. А теперь приезжает митрополит, все считают, мы выдержали это. Мне сказали за статью о слове, о войне, архиерей наш грозился, я Игнатия отлучаю, батюшку запрещаю в служении. Я сразу сказал, я сразу же выхожу
коридор, и там буду. Но в университете, где я иду занять, он туда не властен. По радио я иду занять, он не властен. Здесь я подчинюсь ему. И он еще не сделал. Господь увидел, эта мера на меня не действует. Надо архиерея слушаться. Перейдем к блоку, кто вас критикует. Вот. Среди тех, кто вас критикует, есть люди, достойные вашего уважения и внимания? Критикует, он должен показать в чем. Вот критикует, прям буквально, если вы ходите, вот рваная на вас одежда, он критикует. Но это мой, не то что стиль, а я живу этим с детства. И пахомия было, когда старую одежду постирали, он не может найти свою робота. И целый день перебирает, они специально ее спрятали. Ну, видя, что он так мучается, ну, верните мою одежду там с дырками своими. Вот я подражаю, не подражаю, а схожусь с ним. И поэтому критики, они вместе все взяты, ничего не могут сказать, кроме выдумки. А вот вы сурово там, где-то, что сурово? Покажите, что я вне канона. Я говорю, если человек болен, как говорится, справка должна быть какая-то или что-то, или он сам должен сказать, я болею. А не так, ешь, пей, что хочешь. Во время поста больному разрешается растительное масло и вино. Чуть-чуть там где-то, ничего больше. А теперь сами где-то, я говорю, нельзя, ни молочного, ничего нету. Почему? Правило Григория Кесарийского, 69-е апостольское правило, они ничего не знают. Я бы хотел критиков всех собрать вместе. У меня собирались сколько раз, они будут кричать, обзывать, лгать, а дела не знают. Они не работники, никто. И сегодня прямо говорят, это хулители Духа Святого. Мне Бог это открыл. Я это несу, это иго, благодаря Богу. У них ничего нету. Показать первого они не могут. Иакова 2.18. Я не могу их слушать. Александра Третьего спросили, почему не слушаете министров? Они говорят, меньше меня знают. Весь ответ. Они ничего не знают. И которые нападают, у них пустые руки. Вот потеряют ли сколько было их, ни одна душа не пришла. А каждый год батюшка крестит больше 10. И он сказал, говорит, моей... Работы никакой нет, это все иначе через интернет новые и новые люди приходят. Да и вы-то где бы знали у нас? А вы приехали через интернет, и в Матвей раньше беседовали, поэтому критики это не критики, а обличи брата твоего в грехе. А есть достойный, ну среди критиков, достойный человек, ну вашего уважения? Вот уважение достойный митрополит Сергий Иванников, Алтайская и Барнаульская митрополия. Вот у нас бывает здесь. Самого высокого уважения достоин. Я об этом недавно письмо написал, и ему сказал, вы не против, что я пошлю? А потом отослали сначала митрополиту, а сейчас уехал туда человек, и лично в письменном виде отнесет синей печатью, чтобы его от нас не убирали. Он как отец родной. Не побор, ну, мы-то не в патриархии, скажем так, нет, он такой и есть. Достоин полного истинного уважения. Когда обо мне запросила народная линия, там в Москве такая организация, он дал такой отзыв, что я там и исповедник, и миссионер, проповедник, пожилой, достойный уважения, там обо мне, о детском лагере шла. Я ему сказал, владыка, как вы так могли ответить? Ну так как есть. И весь сказ. А тут у меня только долбануть, а теперь на это ссылаются, когда священники своих давят, говорят, вот, за чужого заступился, потому что даже по ЦЗ. А эти вы своих давите, отключаете. И вот батюшка сейчас поехал, идет к нему, и он знает, что мэр подсадзует. Я даю ему справку, что батюшка не под судом, не отключен, и может везде служить и причащаться. На бланке, с печатью. Как вы относитесь к критике Максима Степаненко, в частности, его словам Игнатий Тихонович, в высшей степени тщеславный человек? Ну, слово тщеславный, что он имеет в виду? Ну, он имел в виду, что... Ну, что он имеет в виду? Я знаю заповедь такая, люби ближнего, как самого себя. Ты не можешь любить ближнего, если не любишь... Ориентир на себя. Как самого себя. Ты должен детей научить так, как ты научен. То есть ориентиром служишь ты. Дети должны даже работать, как я работаю. Поэтому я указываю на это и говорю, я показываю веру мою, сделал мою. Город на вершине горы. Тщеславный, пусть покажет, в чем... Вы не страдали, не были, не теряли ничего. Мне только, сколько я там, не знаю сейчас, 16 тысяч пришлось только заблокировать, которые поносят. Примерно 250 роликов против меня. Мне некогда тщеславиться. Меня переворачивают, прожаривают со всех сторон. Господь знает мои силы.
И 10.13 1 Коринфянам говорит, сверхсилы не даст. Я в это верю. Я благодарю Бога, славлю Его, а у них этого нет. Они сказали пакость, а теперь между собой грызутся. Потому что сатана не оставляет эти сосуды пустыми. А у меня новые люди. И вот вы никогда тут не были, мы вас встретили. Вам сегодня уезжать, я уже прошусь в машину, чтобы вас до дороги проведеть, помахать рукой вам. И чтобы все выслали, все скачали, что сказали. Я вам очень благодарен. Некоторые критики критикуют вас, что вы попрекаете монахов, что те бегут от мира. Но вместо того, чтобы проповедовать, а Потеряевка не является ли таким своего рода монастырем? Не является. У монахов нет передвижения, нет власти владеть деньгами. Ну и все. У нас это все. Каждый свое хозяйство, и никто не знает, сколько даже пенсии получает. Кроме того, едут каждый путь куда хочет, и никому, ну, к батюшке благословись, о безопасности пути, и все. Люди не знают. И у нас нету коммуны, там, давайте, в кучу нет. Один держит одного поросенка, у другого 100 свиней. У одного две вещи, а у батюшки 100 баранов. Так что тут это неправильно. Не, совершенно неверно отвечать на это, я не знаю. Моно – это один. Монолитное здание, допустим. А нет, у нас общее. Мы вместе собираемся, чтением занимаемся Слово Божие. Монахи ничего этого не имеют. И у нас учатся. И не просто учатся, допустим, потеряют, когда это не в общем. У нас в общем есть девушка, она уже 16-17, наверное, лет ей. У нее больше 100 наград за исполнение классических произведений на фортепиано. Наград. И у нас люди, которые пожаловали, больше сейчас с красными дипломами. И здесь учатся в университетах. Какой? Где это видно, чтобы у монахов дети учились в университетах? Нет. Ну, ложное понятие. То мы от мира не отделены. К нам приезжает кто хочет, кому мы разрешили. Власти, полиция, прокуратура недавно была, и в храмах все осмотрели. Но претензий нет. Наши платят все налоги. Так что тут отвечать не о чем. Это несправедливо. Последний вопрос по поводу критики. Ваши критики часто подчеркивают употребление вами довольно крепких слов. Сочетается ли это с христианством? Ну, к примеру, это вот шпана подзаборная, звери кровожадные, бешеные, да, волки, ну и вы знаете. Это я разговариваю, знаю с кем. И поэтому разговариваю, чтобы им доходило. Если я ему скажу, так говорит Господь гена, ты не пугай гена, я ее не верю, то другое. Я беру его слова, ему их возвращаю, потому что он неоднократно их навешивал на меня, а я ему их вернул. Вот как вы выглядите согласно Слову Божию. Я в этом ничего не вижу. А они есть такие, над которыми нет руководства, совесть засушенная. Я должен привести в чувство. Я работаю с людьми. С разными категориями. И знаю, чем разбить тот панцирь, которым они себя неуязвимость создают. Я могу двумя словами разбить, и они будут целый день корежиться. И целый месяц вспоминать, и весь год во сне видеть. Мне Бог дал эту власть. Но люди приступают к Иоанну Крестителю. Порождение ехидное, змеи. Павел разговаривает, или его враг всякой правды, сын дьявола. Это покрепче моих выражений. Так что не надо это. Результат. Я ни цензуру не сказал. Это первое. Во-вторых, это все. Я знаю, что неверующие – это шпана. Там они, там, куролесят. Я ему сказал, вы вот такого похожи. И подзаборная, заброшенная, спившаяся. Что тут? Забор виноват. Если я не прав, подайте в суд. Да, еще они часто смущаются слово «блевотина». Ну, Библия говорит об этом. Апостол Петр говорит, чтобы они возвращались к прежним грехам, как пес на свою блевотину. Это не мое выражение библейское, прямо. Что-то они могут не соглашаться. Я указываю глава, стих, откуда. Тем более, видите, я цитирую Священное Писание дословно, в кавычки можно взять. Ну, он сам надумал что-то, изрыгнул. И если бы был ты холоден или горяч, но как ты тепл. Я, Бог, говорит, извергну тебя из уст моих. То есть блевотины – это из уст Христа. Я тебя извергну из уст. А что из уст извергается? И толкователи говорят, это блевотина. Так что не надо удивляться. То есть это образно, конечно, не надо понимать буквально. Но я извергну тебя из уст моих. Извержение изо рта дальше поясняется блевотина.
Это ненормально, противоестественно. Поэтому перед глазами Златоуст говорит, а когда естественные испражнения выходят сзади, ты не видишь даже, чтобы не было тебе тошно за вчерашние ковришки. Даже это объясняют. Так, последний у нас останется блок. Вот, сейчас тогда сделаем перерыв 10 минут. А все вопросы? Еще один блок, 10 минут. Сейчас еще подзарядится. 10 минут перерыв. Так, подождать надо? Да, 10. Хорошо, мы подождем.